закончили мы на данный момент с дополнительными заданиями, продолжаем по сюжету, будем сейчас ходить общаться с нашими друзьями. И не очень. Ну да. Начнем с Золтана. Золтан! Да! Я знаю, где цель. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Вот все. Быстро. Вот так вот просто, да? Ладно. Ну, пойдем, значит, теперь к Диэкстри. Хорошо, у нас несколько в отдалении. К нему сложнее добраться. Интересно, что нам Диэкстра на это скажет. Да, не знаю. Он обычно не ввязывается в такие вещи. Именно что, у него интереса-то нет к этому. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Я сомневался, обращаться ли к тебе. Да, что там? Мне нужна помощь. О, тебе нужна моя помощь? Это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом на собственной шкуре. Воин из меня никакой. А Каэр Морхен за пределами моей сферы влияния. С другой стороны, если бы не ты, я бы не вернул казны. Послушай, договоримся так. Я тебе отвалю кошель потуже, добавлю еще кое-что от себя, и мы в расчете. Идет? Идет. Спасибо. Хорошо деньгами. Ну, в принципе, и то неплохо. 1000. Ну, нормально. Перчатки следопыта какие-то дал. Рунный камень. Еще один рунный камень. Большой, хочу заметить, это 5%. Очень неплохо. Отлично. Ну, а теперь добраться до Роше осталось. Там мне как-нибудь надо. Я даже не знаю, чтобы он, в принципе, мог предложить там несколько человек, мог бы выдать там еще что-то такое. Опять же, как он может распоряжаться жизнями других людей? Прям вот так откровенно. Ну как, он же им платит. Нет, это все понятно. Ну, вот деньги дал, сам нанимай кого хочешь. Ну, тоже верно, да. Не, ну почему бы нет? Нормально вполне. Сделка, так сказать. А вот Роше, я вообще не уверен, что он с нами пойдет. И у него тут своих дел по горло. По сути. Сейчас узнаем. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привезти туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Бьянку. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. Вот так вот. Вот так вот просто, да. Ну, спасибо. То есть, просто учитывая, сколько у него тут забот, и вот так вот съездить с Геральтом в Каэр Морхен, отбить дикую охоту. Что у нас там дальше? Скеллиги или что? А, Нильфгард. Ну, Скеллиги. Тут, понимаешь, опять же,
и плюсы, и минусы есть. Ему в плане битвы проще согласиться, потому что он воин. Как бы там ни было. Да, наверное. Денег он тебе предложить не может. По-другому он тебе как-то помочь тоже не может. Только меч предоставить свой. А вот интересно, если бы мы не с ним проходили, допустим, вторую часть, да? У нас же сейвы со второй части по пути Роше. Не знаю. Как бы вот оно изменилось бы как-то? Наверное, изменилось. А может, и не изменилось бы. Расколдовать Уму было нелегко. Может быть. Но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех... С Эмгыром, наверное, все-таки поговорим, конечно. Мне очень хочется это делать, но в данном случае, наверное, все же не до гордости. Ее бегство от дикой охоты. Авалак, под этим именем он был известен нашим героям. Сложно сказать. Но сейчас, короче, любые силы пригодятся дополнительные. Поэтому попробуем с ним пообщаться. Посмотрим, что он нам скажет. Почему я бегаю? Нашел дядю. Перегруз у тебя. Да, он беседовал с друзьями моего отца. Бедняги даже на минуту не могут оторваться от политики. Надеюсь, после коронации они позволят себе немного передохнуть. Это я, наверное, случайно нажал на то, ладно. В Империи наступают какие-то перемены? Ты правда не догадываешься? Император призвал тебя не без причины. Очевидно, что он ищет дочь. Ты много знаешь. Я обязан. Ведь я сын своего отца. А при чем здесь твой отец? Ну как же, он близок к Императору. И знает, что оппозиция набирает силу. Настаивает на отречении. Лучшее, что сейчас может сделать Император, возвести на трон Цириллу. Но, как известно, рядом с императрицей должен быть император. Мой отец позаботится о том, чтобы был выбран достойный кандидат. Ага, ну понятно. Прощай. У меня перегруз, да? Подожди, а с чего у меня перегруз-то был? Не хочу учиться, хочу жениться. Да. Какой перегруз? У меня 77. А я видел, реально там был значок перегруза. Видела. Очень странно. Жалко, дверь закрыта. Надо было с ноги сразу входить. Открыто, наоборот. Ой, в смысле, наоборот, открыто. Император? Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Вот так вот. Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр-Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Ха. Не сумеешь? Сомневаюсь. Дикая охота — это не темерские щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Вызиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр-Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Согласен. Я пошлю с тобой Харуфь, но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Ну вот и все. Приведи мне Цири. Да. Если она согласится. Вот так вот. Понятно. Я, честно говоря, думал, что он все-таки выделит нам что-то. Но нет. Ну и ладно. Понты, понты. Угу. С Керри, с Крахом и Мышавуром. Наверное, пойдем сначала к Мышавуру. Вот он. Да. Мы можем поговорить? О, на улице. Всегда почему-то тут так вот срабатывает странно. Дикая охота скоро нападет на Каэр-Морхен.
Мне нужна твоя помощь. Дикая охота? Ты уверен? То есть, ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сборы и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр-Морхене. Тоже вообще никаких вопросов, ни тебе выпендрежа, ни тебе набивания цены. Зайдем сначала к Краху, наверное. А потом уже к Керис. Я хотел поговорить. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири, но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь? Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. Ха. А чего там с Нильфгардом? Давай спросим. А что с нильфгардцами? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Но не бойся. Мы прогоним и черных, и дикую охоту. Зажарим двух кабанов на одном огне. В Каэр-Трольде Цири будет в безопасности. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр-Морхен. Каэр-Морхен в сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нильфгардом... Геральт. Прости, я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае не буду отнимать у тебя время, прощай. Постой! Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака, то есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме, закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайтов столетия. И теперь он твой. Но зачем он нам? Брать, не брать? Не знаю, может обидеться. А так, в принципе, наверное, будет лежать в сумке. Другой тоже верно, да. Вариант. Я как-то даже и придумать не могу. Ну ладно, возьмем. Предлагают. Чего отказываться-то? Спасибо. Я понимаю, как нелегко это для тебя. И тем дороже для меня твой дар. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Ну-ка, ну-ка. Ну, он красивый, конечно. Ну, слабенький, конечно, опять. Вот. Да, жалко. Ну, почему не сделать по уровню, по нашему? То есть он, да, он по уровню практически, но ниже же. Очень жаль. Потому что использовать моего... По-моему, вообще было бы идеально, допустим, какие-то бонусы для пары мечей делать. Не конкретно для комплекта, а для пары мечей, да? Угу. Вот ведьмаковских. А такие одиночные мечи чуть-чуть получше должны быть, чем ведьмаковские, чтобы у тебя был выбор. Чтобы тебе пришлось подумать, что оставить, что взять. Ну да. А так, получается, без вариантов уходит в сундук или по на продажу. Да. Куда? Жрицы нам.
Подожди, это я куда-то не туда или туда? Туда вроде. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда все поселились. Ну, Керес вообще очень странно туда зазывать, конечно. Можем поговорить? У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цири, правда? Ты ее нашел? Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, Дикая Охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Цири в Каэр Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова. Но я дам тебе моего лучшего воина. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо. Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи! Вот кто за любой кипиш. А я еще думаю, странно, что нам не дали поговорить с Хьялмаром конкретно. Ага. Оно вот так вот повернулось. Понятно. А, поговорите с Хьялмаром. А, вот дверь. Ну что, готов? Пошли. Не понял. Как оно, Геральт? Дикая Охота готовит нападение на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачьей крепости? Ты друг моего рода, и я не могу тебе отказать. Тем более еще ни один Анкрайт не снискал славы в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. Ну вот. Как-то совсем кратенько. В полном составе. Фига у тебя кроватка. Нормально, королевская. Королевская, да, хорошая такая. Легкие вырвать. Тут сообразили, что соль. Кишки вытянули и пустили. Ну понятно, ладно. То есть у нас остается теперь остров туманов. Мы тут немножко посовещались и решили, что все-таки сейчас мы еще раз отвлечемся. Уже на скеллиге поделаем заказы. Тут у нас, по идее, можно сделать 4 заказа, да. И после этого уже дальше опять по сюжету пойдем. Просто непонятно, когда мы еще сюда вернемся. Надолго, может быть, все это затянется с островом. Да. И с Каэр Морхен. Поэтому, наверное, было бы правильно не оставлять это за бортом. Ну да, как бы. Да и задания эти обычно не сильно большие, поэтому должны управиться быстро. Привет. О как, поговорим о награде. Но там мальчик пропал. Давай не будем с ним спорить. Сколько даст, столько даст, ладно. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Форер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными историями про какие-то тамошние сокровища. Говорил я сыну, на Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему же лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый, шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу, но ничего не обещаю. Но там не мальчик, там парень. Ну да, да, там не мальчик. Это я тоже уже понял. Ну, посмотрим. Ну, алло. А далеко, интересно? Нет, недалеко, вон, 143 шага всего. А, это генация, я думаю, что какое-то растение не признал. Вот здесь, что ли? А что за лошадь там? Ого, прикольно. Классно.
Ну да, здесь. Вот, пожалуйста. Опа. Сходили. Не понял. Раны от клыков и когтей по всему телу. Но объедали уже труп. Парень погиб от удара по голове. А чего ты нам про следы-то ничего не сказал? Какие-то странные следы, почему они двойные-то? Ну да. Согласен. А, понятно. Два копыта? Да. Он какой-то крутой прямо. Интересно, парень жив? Сумел спрятаться где-то или как? Он на кого-то там агрится. Вроде как. А, опа. Может, так просто приглючил? Какой он колосатый. Классный. Прям бывает жалко. Таких надо отлавливать. И не знаю дальше, что с ним делать. В зоопарк тоже как-то жалко его отправлять. Не, он крутой. Таких, короче, надо какой-то это заповедник делать. Да, классный. Прям реально жалко даже. Он, правда, тут людей кучу убивал еще при даче. А нечего ходить сюда было. Тоже как бы, да. Ау. Это кто его так тикает? Опа. Я забыл, что он так может. Он убежал в логово зализывать раны. Надо его выследить. Вот зараза. Надо поискать еще сына мужика. Съел только внутренности. Левый. Ольвы нет. Может, бес утащил его куда-нибудь? А вот еще там строение было, куда вот он ломился сначала. Стоп! Да-да-да. Опа. Здесь стоит осмотреться. Ха-ха-ха-ха. А где здесь-то? Где-то здесь. Может, тут? Банши. Банши. Прикалывайтесь. Здесь банши? Да. Наверх как-то туда пробраться можно. Вот напротив, с той стороны еще было строение. Вон туда еще морду уперся, напротив? Помнишь? Вон туда. Да. Сходи посмотреть. А, сейчас, погоди. Здесь гляну. Есть какой-то проход? Что-то есть. Вроде. А, вот сундук. Это, наверное, не тот. А, тот. Мастерские перчатки школы волка. Круто. Ну, наверное, это оно и есть. Следы. Побежал сюда. А, вниз он туда пошел, что ли? Угу, угу. Ну да. Сюда, что ли? Ну, не пойму пока. Смотри, он туда побежал. А подожди, а там что? А там что, да. Сейчас мы куда-то забредем не туда. Ну, да вряд ли. Но обычно все заканчивается этим. Может, ну тупик? Вот, ребята с Фарер все-таки были правы. В развалинах были сокровища. 300 дальше кром. Пройти можно? Нет? Не-а, а некуда больше. Ну вот и все. Давай сейчас еще факелом свечу немножко. Ага.
А там? Вон, да, там. Ага, понятно. Ясно, ясно. Уходим. Только тут, видимо, как раз и логово черта, может, было. Хотя нет, он убежал так себе куда-то. Угу. Зализывать рано, значит, не тут. Перешел на ту сторону. Сундук. Как они вообще на него смогли наткнуться? Может, это он на них наткнулся? Ну, может быть. Ага. Что? Осмотрен уже этот сундук. Когда-то давно. Да ладно. Да. Мы тут были. Во-во-во. Смотри. Мы тут были. Медведя тоже он? Ну, этот медведь тут лежал еще тогда. Так что нет, наверное, это не он. Он прошел здесь, ломая деревья. На этот раз ты от меня не уйдешь. Ух ты. Смотри, здоровье полное. Гад. Он там еще и подлечивается, смотри. Ага. Ух ты. Внезапно. Какой же ты здоровый. Ай, больно. Мутаген из беса. Привет. А где сыночек-то? Сейчас поищем. Хотел глянуть. У нас же, по-моему, не было никакого. Да. Увеличивает вес, который ведьмак может нести без перегрузки. Ну, полезно, наверное, иметь при себе такой. Крайне полезно, да. Это самый лучший, по-моему, отвар. А на сколько? На 20 всего? Да ну... 20. Хотя бы 40, я не знаю. 20 как-то мало. Да нормально, что ты жадничаешь? А, ну вон он. Ну вон он, да. Желтая рубаха. Это должна быть Ольве. За ребят я отомстил. Хоть так. Стоп, что-то там это еще. У него тут логово было. У беса. Ну да. Какое просто странное логово, не закрытое. Ну, видимо, для них это не сильно принципиально, что ли. Получается, что так. А вот башня, что это? Да, посмотрим поближе. Пока не ушли. А, так она пустая, она да, сыпалась вниз вся. Ой, ладно, значит, погнали. Там слева, правда, еще одна башня стоит. Теперь помедленнее. Где? Там. А, ну тоже. Даже, ну туда забраться можно вроде. Нет? Ну, там вполне может быть что-то сныкано, да. С правой стороны там зайди. Есть, да, да, платформа. А ты тут не поднимешься? Да поднимусь. А может и нет. Правее там попробуй зайти.
Или слева, наоборот. Ну, я вообще хотел по-другому, но теперь уж пойду в обход. Ага. Вот тут. Нет? Да, но там вниз упадем. Видишь? Вот здесь, наверное, можно. Вот так. А там ничего нет. Да? Да, пусто. Фу, жив. А мог убиться? Мог. Но я соскользнул, это не моя вина. Скользко. Вы кто такие-то вообще? Бандиты. Ну, явно какие-то... Вы, блядь, не научитесь. Дезертиры. Ну, хорошо, хоть не единороги. Где... Мой. Против этих... Людишек всяких. Они зеленым оно? Да они цвет поменяли. Вот он. Он раньше желтоватый такой был, а потом они поменяли цвет, он стал зеленый вот такой. Хотя, может, меня глючит, конечно, но, по-моему, да. А где ты-то видишь все форму какую-то? Так я поэтому и спрашиваю, кто это такие-то? Дезертиры какие-то. Какие-то странные. Теперь бандиты. Вооруженное нападение. Что там? Чего? Письмо Лугаса? Арнар, нас обманул Ингвар, сын Ульмара. Точно тебе говорю, это он и тебя наколол, и меня. И чего ты на меня затаил обиду? Я клялся уже сотню раз, что мы поделим добычу из похода, как прежде, поровну между всеми нами. А вышло так, что два сундука с украшениями, серебряный кинжал и сколько-то золотых чаш пропали. Я выспросил все у людей из того рода, что были в походе. И все клялись кровью отцов и дедов, что не брали больше положенной им доли. Остается Ингвар. И по делу мне, не надо было брать на борт человека Анкрайта. Я ошибся, но мы все еще сможем исправить. Ты сможешь исправить. Бери людей и отправляйся к Ингвару. Забери у него все, что нам причитается. Да пребудет с тобой мое благословение. Лугас, прозванный Безумным. Нормально. Че, неужели... Прям без доказательств как-то получается. Вот в том-то и дело, что да, без доказательств. Больше некому такое доказательство. Главное, выспросил, тем, значит, на слово поверил. А здесь как? Непонятно. Можете выходить, они мертвы. Кто это? Разбойники Лугаса Безумного. А ты, добрый человек, кто будешь? Представляться или нет? Ну, представлюсь. Геральт из Ривии. Я ведьмак. Спасибо. Ты нам жизнь спас. Без тебя нам бы худо пришлось. Скоро Лугас поймет, что его люди не вернулись. Что будете делать? Об этом не волнуйся. Сейчас я пошлю сына в Каэр-Трольде. Наш ярл этого так не оставит. Ты лучше о себе подумай. А то если Лугас узнает, он тебе не простит. Я о себе позабочусь. Удачи вам. А жалко, было бы интересно узнать... Ну что там? Это зайди в дом. Кто виноват, а кто нет. Может, тут чаши золотые. Да... Да, как-то. Тут достаточно бедненько все. И скромненько. Вареник. Вареник. Один вареник. Ну, остатки сладкие. Самое вкусное упер из дома.
Ну да. Все получается. Воздух на большой земле, видать, людям не на пользу. Ну что там? Ну ясно. Я думал, может быть, хоть какую-то записочку там найдем. Да. Хотелось бы, чтобы прояснили немножко. Да. А так, ну как бы, я тут ничего особо сделать-то не мог. Мне пришлось их убить, они на меня напали. Это не я на них напал. Но все равно, конечно. Как-то так. Ну вообще это странно, конечно. Я их спросила, они мне сказали вот так. Поэтому больше некому, поэтому иди разбирайся с ним. Да у них все так делается тут. Подожди, какую лодку? Мы не туда. Не лодку. Где там? А, пропавший сын, вот. А, ну нормально. Но. Будем держаться вместе, и все будет хорошо. Приветствую. Какие вести? Плохие. Твоего сына убил бес. Единственное, что я смог сделать, это отомстить за него. А ведь говорил я ему, сынок, никогда еще ничего хорошего от Фарер нам не было. Останься дома, придет еще время и для приключений, и для славы. Вот твоя награда. Мне это золото счастья не принесло. Пусть хоть тебе послужит. Чертовщина.